Құрметті қала тұрғындары, Нұр-Сұлтан қаласындағы коронавирус бойынша эпидемиологиялық ахуал туралы ақпарат ұсынамыз. Нұр-Сұлтан қаласында вирусты жұқтырған жалпы 319 адам анықталды. Оның ішінде 47% ер, 53 әйел адамдар, 43% 30-дан 49-ға дейінгі азаматтар, 26% 18-ден 29-ға дейінгілер, 16,5% 50-59 жастағылар, 9% 60-69 аралындағы азаматтар, 3% 70 және одан жоғары жастағылар, 3-4% 18-ге толмаған балалар. Жалпы емделіп шыққандар саны 154 адам, немесе 48%-ға жетті. Аталған азаматтар үй жағдайына карантинге тағы 14 күнге болуы тиіс. Сонымен қоса, бүгін ауруханадан бір шетел ел азаматы жазылып шықты. Аталған азамат Стамбул, Нұр-Сұлтан рейс түсірілген болатын. Қазіргі таңда ауруханаларда 399 науқас ем алып жатыр. Оның 170-і коронавирустан емделушілер. Оның ішінде 10 науқас басқа облыстар тұрғындары. Сонымен қатар 9 науқастың жағдайы ауыр халде. Оның 4-еуі жасанды өкпе желдету аппаратына қосылған. Бекітілген хаттамаға сәйкес тиісті ем жүргізілуде. Басқа науқастардың жағдайы қалыпты. Уважаемые жители города, за последние два дня зарегистрированы 34 новых случаев коронавирусной инфекции. За 15 апреля 15 случаев с ростом заболеваемости на 5,3%. 16 апреля на 19 случаев с ростом 6,4%. В 4 случаях это пациенты, находящиеся в стационаре в течение нескольких дней с подозрением на пневмонию. И в процессе диагностики выявлено наличие коронавирусной инфекции. Один случай в процессе в ходе мониторинга на наличие коронавирусной инфекции посредством экспресс-тестирования. Была после с положительным результатом госпитализирован провизорный стационар для дальнейшего дообследования, где наличие инфекции подтвердилось. В 11 случаях это из числа лиц близких контактных, это члены семьи, коллеги. Ранее они были изолированы, обследованы, в связи с подтверждением инфекции в настоящее время госпитализированы. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, в городе Нур-Султан проводится работа по обследованию подопечных и сотрудников медико-социальных учреждений. Таким образом, обследовано в Центре социального обеспечения «Шарапат» 380 человек, из них 306 постояльцев, 74 сотрудника. И было выявлено 18 случаев коронавирусной инфекции. Все лица, выявленные, госпитализированы, получают лечение согласно протоколу диагностики и лечения. На текущую дату из числа пациентов с коронавирусной инфекцией у 10 состояние стабильно тяжелое. 3 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Из них 2 получают лечение в Республиканском центре интенсивной терапии экстракорпоральной мембранной оксигенации. Лечение получают согласно клинического протокола диагностики и лечения коронавирусной инфекции. У остальных пациентов состояние удовлетворительное, лечение продолжено. Всего на карантине находится 1819 человек. По состоянию на 16 апреля в обсервационной поликлинике города Нур-Султан, расположенной в поликлинике номер 2 по адресу Желтоксан 34, обследовано на коронавирусную инфекцию 966 человек. Из них в 28 случаях положительный результат. Поэтому, уважаемые жители города, еще раз для всех
хочу напомнить, что для всех, кто болен острой респираторной вирусной инфекцией или имеет признаки заболеваний органов дыхания, просим обращаться в данную поликлинику на дообследование или же провизорный стационар, где у нас находится пульмонологическое отделение на базе Центральной дорожной больницы по адресу ЖНС 58. По городу Нур-Султан всего проведено лабораторных исследований ПЦР-диагностика 19765. За период с 9 по 16 апреля экспресс-тестирование проведено 8716 проведено исследований. Из них 106, или это 1,3% случаев с положительным результатом. Все они своевременно госпитализированы провизорно в стационар для дальнейшего дообследования на ПЦР-диагностику на наличие коронавирусной инфекции. Из них 70 человек выписаны с отрицательным результатом, один положительный. Также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан проводится ряд мероприятий. И один из таких мероприятий – это размещение медицинских работников в гостиничных учреждениях города. На текущую дату 692 сотрудника находятся в гостиницах после смены и далее после отдыха обратно на работу. Всего в городе Нур-Султан вот 317 очагах выявлено 4129 контактных лиц. Проведена заключительная дезинфекционная обработка в 309 очагах. Это 90,4%. Дезинфекционная обработка продолжается. С момента начала регистрации коронавирусной инфекции всего было закрыто на карантин, в том числе карантинная зона, 48 объектов в городе Нур-Султан. Это жилые комплексы, административные учреждения и другие объекты. Из них снято с карантина 26. На 16 апреля остаются на карантине 22 объекта и территории, в том числе карантинная зона. И в этом же из них, вот, как мы ранее говорили, Центр социального обслуживания «Шарапат». Полностью проводится работа. На сегодня оставшиеся сотрудники будут дообследованы. Все постояльцы, которые находятся в данном учреждении, на текущую дату обследованы. Также вынесено несколько постановлений о введении на отдельно взятой территории города Нур-Султан ограничительных мероприятий с особыми условиями хозяйственной или иной деятельности и жизни населения в городе. В городе отцеплено 9 домов на карантине. В карантинной зоне сегодня провели масштабную дезинфекцию более 200 человек совместно с военными. В более 2800 домах также проведена дезинфекция. Дезинфекция в городе проводится на ежедневной основе. Эпидемиологическая ситуация в городе находится на контроле. Благодарю за внимание. Будьте здоровы и будьте дома.